Эннард. Есть, есть, угадал, отлично. Закрываем двери. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, стаканчик, как всегда, отличное настроение. Всем привет. Сегодня мы записываем очень классную рубрику, это рубрика экспериментальная «Угадай аниматроника по звуку». Я буду по звуку угадывать аниматроники, и если я не угадаю, он меня убивает. Если опять кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Слушаем внимательно. Так, это у нас Фокси. Угадал. Хорошая попытка. Так, ребята, если я буду сомневаться, будете мне помогать в комментариях. Но пока я справляюсь. Так, взял другого челика, ждем. Так, это у нас... Это у нас Фредди. Самый стандартный, оригинальный Фредди. Да, я угадал. Отлично. Пока я справляюсь все лучше и лучше. Мне эта рубрика уже нравится. Ребята, если вам нравится эта рубрика, пишите в комментариях. Нам нравится. Мы будем записывать эту рубрику, как обычную. Поэтому, потому что аниматроников очень много. И эта рубрика может затянуться на очень много серий. Ну, может быть такой момент, что я буду подписчикам приходить. Специально сложных выбирать. А они будут угадывать. Давай, подходи. Опа. Тихо. Это у нас... Сейчас. Это фиолетовый... Фредди. Да, я угадал. Так, слышу. Приближается. Так, я слышу. А ну-ка. А, чи говорит? А у нас говорит... Голден Фредди. Нет. А, прощай, Димка. Да блин, как я не угадал. Ну-то ладно, так бывает. Закрываем калитку. Первое неугадывание. Давай следующего нам. Претендента на убийство меня. Так, слышу. Этот звук... Сейчас, ты подойдешь, я скажу. А, ну поиздавай звуки какие-то. Хай. А, так это ж Балунбой. Он медленный. Ну, я угадал. Все, отлично. А ты можешь прямо возле стекла выбирать их, не приходить ко мне. Прям тут брать и два звука. Ну, конечно же, ты что, не знал, что IQ нам дано не просто так? Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное, которое не записывают другие ютуберы. Так, вот этот звук издает... Сейчас. А ну еще поезд, давай какие-то. Может на правую или на F. F, кстати, тоже звуки издает. F, пробел там. КЛМНЕ, не? О! Это фиолетовый человек. Надеюсь, я угадал. Ребята, напишите в комментариях, фиолетовый этот человек или нет. Нет, это не фиолетовый человек. Ну-ка. Так, этот звук я знаю, это звук аниматроника, так, правильно, это я угадал. О, так это же Балора. Да, отлично, давай дальше. Так приятно, когда угадываешь, не знаю, какое-то удовольствие получаю. Так, это у нас... А ну еще поезд, давай звуки. Эннард. Есть, угадал, отлично. Закрываем двери. Давай следующего. Это Бонька. Если не угадал, конечно, печен. Но надеюсь, что это Бонька. Эй, нет. Ну, звук похожий, как у Боньки. Вроде бы песня такая же. Давай дальше. Так, внимательно слушаем. Этот ролик надо делать акцент на звук. Nope. No one is here. Это... Ребята, напишите в комментариях тайм-код и кто это за аниматроник. А ну еще, поиздавай звуки. У меня ассоциация должна...
Блин, я помню, как он выглядит, но забыл, как называется вроде бы. Это... Подожди. Там есть Энар, Балора... Подожди, этот звук... Это... Я даже не знаю. Ну пусть будет... Бонька. Нет, не Бонька. Пусть... У него есть такой приятель. А! Файнтайм Фокси. Нет, это не Файнтайм. Ну почему я не угадал, что это Файнтайм Фредди, ну? Ну почти, да. Ну, какой почти? Бонни и Файнтайм Фредди. Очень похоже. Вроде, знаешь, аниматроников записывал куча роликов, но когда ходит до дела, почему-то и переживает. А знаешь, еще что переживает? Потому что после этого я знаю, что ты меня убьешь. В этом есть смысл этого режима. А ну, подавай звуки нам. Сейчас. Давай, очень классно получается. Самая такая прикольная рубрика, которую мы записывали, потому что она какой-то вызывает мне искренний интерес. Слышу. Нет? Никаких звуков нету. Тогда бери другого, который издает звуки. Это... Так, подожди, очень знакомый звук, я их постоянно брал. А ну и сейчас, подожди. Блин, я так боюсь открывать двери, потому что я не угадаю. Ребята, я знаю, что вы сейчас в комментариях по-любому напишите, кто это. Но я немножечко лох. Ну пусть будет Фантайм Фокси. Fucking shit. Это было так жестко. Анимация бомба. А кто это был? Это был сгоревший Бонни. Горевший Бонни. Видишь, я знал, проверял тоже. Видишь, шаришь? Давай дальше. Так. Буду слушать очень внимательно. О! Так, смех. Так, что за смех? Подождите, ребята, надо сконцентрироваться. Что это за смех у нас? Это довольно популярный аниматроник. Ну не марионетка, да? Ну да. Ну да, это знаешь, тупо спросить, да или нет? Ребята, ну кто же это у нас? Подожди, у нас есть еще... Я могу дать еще одну очень жесткую подсказку. Давай. Его можно было вызвать кодом из кастомной ночи в первом ФНАФе, и он очень редко появлялся в сюжетке ФНАФа первого. Это не подсказка совсем. А скажи, с какой части? Давай такая подсказка, с какой части? С первой. Подожди, у нас там есть Фредди, Фокси, Бонни. О, так это ж Чика. А, нет. Голден Фредди! Да почему я такой не знающий? Вроде записывал много роликов с этими аниматрониками. Ну, знаете, в этом случае я буду подтягивать знания все больше и больше. Закрываем двери. Это кошмарный Голд Фредди. Голден Фредди. А, нет. Прощай. Что ты вообще фейлю жестко? Ну хотя и такой звук уже есть. Это кто у нас был? Энард? Нет, эндоскелет. Да. Блин, а вообще за эндоскелет, если честно, забыл. Давай дальше. Неудивительно, что я так сливаюсь, но в этом есть интерес. Угадывать все лучше и лучше. А, ну это просто. Это Фредди. Нет, не Фредди, подожди. Это... Кто же это? Да пусть будет Фредди. Нет, не Фредди. Нет, не Чика. Не, ну такой звук... Фокси, это Фокси. А Чика была, блин. Ну я же считаю его гадал, ну... Близко. Да, я был близко. Надо больше размышлять и делать выводы. Я сразу хочу быстро ответить, и я сливаюсь. Давай дальше.
Я не слышу звуки. Это голова Фредди? А нет. Ой. Это кошмарно, но у него мало звуков. Ладно, мочи, проиграл. Мало звуков он издает. Честно, мало. А, все. Закрываем. Давай еще. Так, 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 металлический. Why didn't you trust me? Скраб Бэйби. Ой, нет! Да ну почему я... Мочи меня. Да я что-то думал, что у Скраб Бэйби такие звуки. Мне кажется, похожи, да, немножко или нет? Ну ладно, ладно, не похоже. Ну я был уверен, что это Скраб Бэйби. Я забыл, как это аниматронику зовут? Это Бэйби. Бэйби. Ну просто без Скраб Бэйби, не страшная Бэйби. А, ну да, звуки одинаковые, поэтому, в принципе, я угадал в какой-то степени. По звуку точно угадал. Ну-ка. А, ну это марионетка. Дальше. Угадал. Отлично. Давно я не угадывал. Так, так, так. А это... кошмарная марионетка. Вот, блин. Прощай, Димка. А нет, это добрый. Ты меня не сможешь убить. Ладно, будем считать, что я проиграл. Да, блин, похоже была музыка, как будто со шкатулки. Так, это что у нас? Идет, 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 я слышу. Но если же только механизмы, и скорее всего, что это... 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 Это кошмарный Фокси. Вот ты, блин, не угадал. Ну, похоже на Фокси же, ну. Это Мангл. Ну да. Я вообще за Мангл забыл. Ну, похожи звуки на Фокси, реально похожи. Они как-то, у них есть определенные звуки, что Фредди, Фокси и Бонни создают такие звуки. Так, давай дальше. Это кошмарный Фредди. Ребята, напишите в комментариях, угадал я или нет. И свой вариант напишите. Я думаю, что да, кошмарный Фредди. Кошмарный Фредди, да? Да. Отлично, да или нет? Нет. Ну ладно, проиграл. Сливейшн. Закрываем, давай еще. Надеюсь, сейчас точно угадаю. Вот сейчас буду прям хорошо подумаю перед тем, как отвечать. Ну, на Фредди было очень похоже. Я просто мне казалось, что кошмарное что-то есть. Так, 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 подходит. Это эндоскелет. Нет, нет, это не эндоскелет. С какой это части? Вторая. Вторая. Аниматроник. Какой? Секретный. Но во второй части же нету эндоскелета. Ну он есть, но он тоже как бы секретный. Может это... Да ладно, пусть будет Фокси. Секретный, так там тоже нет секретного Фокси. Что я говорю такое? Ребята, ну напишите, подскажите как-нибудь. Почему я не могу наперед комментарии ваши прочитать? Ладно, пусть будет... Марионетка какая-то странная. Ну ладно, 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 не угадал. От фонаря сказал, если честно. Когда не знаю, говорю от фонаря. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.